Дорогой Дедушка Мороз, к тебе обращается редакция портала Агробук. Мы весь год были хорошими ребятами. Готовили обзоры новостей, писали тексты, проводили круглые столы. Мы снимали дни поля под палящим солнцем и дни фермы в лютый холод. Мы на всю жизнь запомнили запах преющего навоза. Это было незабываемо. Да. Нам было сложно учить разные непонятные слова, вроде пиндиметалин, флурохлоридон и тифенсульфуронметил. Но мы справились. Так что, дорогой Дедушка Мороз, подари нам, пожалуйста, всем нам и нашим подписчикам веру в то, что завтра будет лучше, чем вчера. Ну, потому что как вчера, больше не надо. Мы бы не хотели, чтобы 2022 год повторился. Это уж точно. А еще, Дедушка Мороз, мы вот здесь собрали целый мешок пожеланий, которые фермеры оставляли в комментариях под нашими видеороликами. Мы понимаем, что Деды Морозы, конечно, не занимаются кадровыми перестановками в органах государственной власти. И даже ударом волшебного посоха они не могут заморозить, например, цены на технику и средства защиты. Точно не могут. Боюсь, что не могут. Ладно. Но в каких-то маленьких просьбах, например, поля снежком припорошить или наслать брюшной мышиный тиф на всяких вредных грызунов, мы надеемся, ты не откажешь. Ну, а если без шуток, то мы, команда Агробук, поздравляем вас всех, дорогие зрители и наши читатели, с наступающим Новым годом. Пусть он будет для вас успешным. Ну, черный кролик – это животное сельскохозяйственное, а значит, кому, как не аграриям, удастся с ним поладить. Спасибо вам большое, что вы оставались с нами весь этот год. Друзья, коллеги, товарищи, в преддверии Нового года 2023 мы находимся. Но для нас с вами Новый год наступил уже давно сельскохозяйственный, потому что все, кто сеют, а мы озимосеющие территории, юг России, основной поставщик высококачественного зерна пшеницы. А, конечно же, когда мы начали сеять, когда мы начали готовить почву, сеять, получили всходы, и уже все с думой о хлебе 2023 года. Хлеб дается очень сложно. Мы стараемся дать замечательные сорта, высокоурожайные, высококачественные. Но аграриям предстоит, чтобы получить этот урожай, нужно сделать столько в течение года. Все идеально. И мелочей сегодня нет для получения высокого урожая. Сегодня некоторые рассуждают, а стоит ли получать высокий урожай в связи с тем, что удобрения подорожали, продать невозможно, да, потому что санкции. Но я бы хотела сказать, вот представьте себе, что у вас в закромах пусто. И продать бы, а нечего, да? А когда у вас золотой запас зерна лежит, я думаю, что вы немножко волнуетесь, злитесь, но в принципе вы знаете, что у вас обеспечен тыл. Поэтому мне хотелось бы сказать, что Северный Кавказ, юг России, мы всегда идем впереди всех, и когда получаем первый урожай в стране, потому что раньше всех начинаем убирать, ну, как бы всех заводим на получение высоких урожаев. За нами все идут следом. Поэтому я думаю, что мы все знаем, что 8 миллиардов в мире, да, сегодня население. Все хотят кушать и кушать хорошо. А зерно – это основа всего, основа и питания. Сегодня, куда мы ни придем, везде свежая выпечка, да? Печенье, пряник, хлеб, булочка, лаваш, все что угодно. И человек сыт. Но вот мы сегодня немножко свысока думаем о хлебе, да? Зерно, хлеб – это основа вообще мироздания, можно сказать.
Поэтому я думаю, что я всем хочу пожелать в новом году высоких урожаев, хорошей цены на урожай, чтобы хозяйства развивались, а главное, чтобы они радовались своему делу, своему урожаю. Это очень важно. И тогда все будет в порядке. Дорогие друзья, наступает Новый год. Год, который принесет не только радость, но и, как всегда, бывает в сельском хозяйстве много-много задач и проблем, которые, я надеюсь, вы успешно сможете решать. Я от всей души желаю вам, вашим семьям, родным, близким, вашим детям, родителям, прежде всего, здоровья, благополучия и счастья. Конечно, надеюсь, что этот год для вас будет успешен и в плане вашей трудной, но такой важной работы на земле. Дорогие животноводы, россияне – это мясная нация. Мы очень много мяса потребляем, и мы видим, что год от года растет не только количество мяса, которое мы производим, но и растет его качество. Поэтому Россия становится все более заметным игроком и на мировом рынке. И я хочу, чтобы ваш труд оценивался по достоинству потребителями, которые не только получают калории, когда кушают вашу говядину, свинину, птицу, но и получают колоссальное удовольствие. А за удовольствие надо платить. Я хочу, чтобы часть этих денег доставила удовольствие уже вам, чтобы вы могли воплотить все свои мечты. С Новым годом! Того человека, который занимается производством, того человека, который вот это зернышко кладет в землю, а потом убирает и в результате держит на руках хлеб, должно ждать только хорошее. Я 30 лет в этом, как говорится, глубоко погруженном вещах. Знаете, но только человек, который производит что-то, только он, только производитель может пережить всевозможные экономические или там политические. Это и было. А тем более мы производим еду, ну так скажем, да? Это было всегда, есть и будет востребовано, и нас в этом плане ждет только хорошее, потому что мы производители. Уважаемые друзья, коллеги, от всей души, от имени кубанских аграриев поздравляю всех с Новым годом. Год был трудный, год был неординарный, но я уверен, что впереди нас ждут только успехи, впереди нас ждет только все хорошее, поэтому от всей души только успехов, успехов и успехов. А удача пусть будет у ленивых. Спасибо. Что хотелось бы сказать. Заканчивается 22-й год. На будущий год хотелось бы фермеров не только Ростовской области, но и другим регионам пожелать успехов, хороших урожаев, достойной цены, наверное, не смогу пожелать, потому что с реалиями сегодняшнего дня это становится невозможным. И, как говорил Менделеев, зерном торговать нельзя, это невыгодно. Надо производить макароны, муку, спиртное. Или же переходить плавно на животноводство. В этом году меня чуйка не подвела, и благодаря откорму бычков мы неплохо продержались в этом году. Поэтому всем удачи, здоровья, чуйки и процветания в бизнесе. Спасибо за внимание. Ну, я хочу обратиться, уважаемые все труженики села, все абсолютно, не только те наши руководители, фермеры, а все именно труженики села, которые трудятся и несут такую тяжелую ношу, как сельское хозяйство. Поэтому все у нас не так просто. Поэтому что я хотел пожелать в следующем году, в 2023, это, конечно, чтобы для сельского хозяйства подешевели удобрения,
подешевели запчасти, чтобы наладилась у нас действительно поставка запчастей в связи с этим обстановкой в стране. Стали дешевле семена для нас, вот картофеля. Но вообще хочу пожелать всем труженикам и руководителям терпения, смирения, здоровья. И самое главное, надеяться всем то, что я верю, что будет, все будет хорошо. Ну, конечно, всем самое главное здоровье, чтобы никого, все целы остались. А финансовая составляющая, это она выровняется, главное работать, двигаться. Лет в сельском хозяйстве много еще у всех будет. А, так сказать, это как минимум надо смотреть года на три вперед. Бывает в этих трех годах, может быть, провальные, бывают хорошие. Главное работать, не падать духом, так сказать, всем держаться. Не залазить далеко в кредиты, держаться на своих плечах, так сказать, все это. Вот. А то можно провалиться, погореть. Это, в частности, что касается мелких фермеров, таких, как мы, средних даже. Вот. Так. Ну, нет, я желаю не хорошего, небольшого урожая, стабильного, при хорошей цене. Всем. Дорогие партнеры, уважаемые аграрии, от всей души поздравляем вас, нас, с наступающим Новым годом, с новым сельскохозяйственным сезоном. В этом году наша компания отметила 15 лет своего российского представительства. И мы надеемся, что во все времена мы будем вам интересны, востребованы. Хороших вам урожаев. Навсегда на связи ваша Сумиагро. Дорогие наши фермеры, главы предприятий, специалисты АПК. Пусть 2023 год будет ярче, счастливее, успешнее. Пусть жизнь открывает новые пути в агробизнесе, и каждому хватит сил, знаний и веры, чтобы легко идти по выбранным дорогам. Желаем процветания вам и вашим близким. Друзья, в предстоящем году я желаю вам опираться на себя, на собственные силы, собственную смекалку и на матушку природу. И тогда все у нас получится. С Новым годом!